Hello, welcome to my channel. This is Mommy E, your favorite grandma. Friend, this time we are going to make a reaction to our Russian idol, Diana Ankudinova, on her Bach composes. And this was performed on August 31st, 2021 at Woodgrouse Nest. So friends, without further ado, come and join me. Let's check this out. One, two, three. Wow! А сейчас прозвучит композиция, которую я исполняла на набережной в Самаре. Честно, не помню, какой это был год. Мама точно все знает. Все года, сколько мне было лет. И эту песню я исполнила единственный раз. Вот именно в той набережной, на той набережной. И тогда, знаете, она для меня была такая, как любят говорить вокалисты, и низкая, и высокая. То есть, ну, я думаю, вы поняли, особенно если вы слышали в моем томашнем, если так можно сказать, исполнении эту песню. А вообще сейчас, когда я ее перепела, отбирая из старых песен, какие можно взять в концерт, я поняла, что именно эта песня очень удобная мне, и в данный момент она, ну, очень хорошо звучит моим голосом. Я не знаю, известна эта песня или нет, но для меня она шикарна. Песня на русском языке, исполнял ее Стас Намин, группа «Цветы». Нет, не Бах звучит. Бах творит. Меня зовут Иоганн Себастьян Бах. И мое призвание – растить музыкантов и сочинять музыку. Спит древний город, забыв во тьме дневную суету. Во власти сонной тишины, скрыв во мрак немую красоту. Лишь где-то вдруг свеча горит, и в спящем городе орган звучит. Орган звучит.
Спасибо. Wow, that was another wow, another great performance of our lovely Diana. As usual, with her lovely voice, with her vocal range that is so wide, our great contralto strikes again. Spasiba, Diana. This is one great composition Bach composes and giving tribute to a highly great maestro, Johannes Sebastian Bach. And who is Johannes Sebastian Bach? He was a German composer and musician of the late Baroque period. He lived in the period 1685 to 1750. He is known for his instrumental compositions such as the cello suites and Brandenburg concertos. Diana gives tribute most of the time to his native land and to other great personalities. I so love Diana about her personality, not only her talent, her rare talent. Oh, I love you, Diana.